здравствуй, зайчонок. Ты че приперлась-то? Зайчонок. Ну, что ты такой сердитый? Расслабься. Не ждал мамочку? Нет. Ну, я сама слегка обалдела, когда меня ночью в органы вызвали. Говорят, к мужу поедешь. Ко мне, что ли? Давай. Зараза. Давай, бей, ломай. Конечно, не на твои деньги куплено. Я отработаю. Конечно. Я хотела им сказать, как ты меня променял на прошмандовку молодую. А потом подумала. Лучше на халяву за границу сгоняю. Как тебе мой тонкий ход? Ну ты дрянь. От дряни слышу. Ты ж меня, гад, без элементов бросил. А мне теперь? Каждый день на работу к 8. Никогда не пробовал? Да, выглядишь ты хреново. Видишь там, на стене, это тебе шифровка из центра. И еще велели кое-что на словах передать. Только я все забыла. Потому что вся на нервах с этими идиотами малолетними. Они в гостинице все ложки потырили. Злой ты, зайчонок. Недобрый. А я-то наивная. Хотела тебя в долю взять, художественным руководителем цирка. Очень сильно ты меня обидел этой своей контрой. Ничего, дорогой. Ничего. Вот съешь сладенького. Говорят, мозгам помогает. У кого они есть, конечно. Можешь мне ничего не рассказывать. Я подслушивал.